Химия, эпиляция, наращивание ресниц. Перечень этих пугающих для мужчин слов можно перечислять долго. Для девушки же эти процедуры – неотъемлемая часть ухода за собой. Женская красота порой страшная сила, что вызывает дикий ужас у мужчин. Как же необходимо выглядеть девушке для того, чтобы не вызвать стресс у сильного пола? Нужно исключить все варианты. Для этого важно понять, что пугает мужчин в женском образе. Очки. Большие очки, за которыми не видно лица. Брови вот эти ужасные, реально раздражают. Вот эти вот широченные. Широченные, нарисованные фломастером. Нарощенные ресницы, нарощенные глаза, не глаза эти, ногти. В первую очередь волосы накладные, губы силиконовые. Когда полные женщины или девушки надевают лосины. Пожалуй, версий наберется очень много. Некоторые дамы иногда предпочитают настолько вызывающие образы, что понять может их только женщина или мужчина, который попытается думать как женщина. Начать можно со стрижек, которые как нельзя кстати подчеркивают и дополняют имидж. Мы вообще живем сейчас в таком времени уникальном, когда актуально в принципе все. Главное, чтобы это гармонировало с образом, с внутренним состоянием человека. И тогда подобранная стрижка или цвет будет гармоничен. Как будем стричься? По-царски. Так, интересненько. А какой еще есть вариант? Как стрижем? Давайте под мальчика. С вас 3000 рублей. Фух, приснится же такое. Для моего воображения это слишком. Но основная мысль ясна. Остается только дополнить образ советом от имиджмейкера. Понятие о том, как должна выглядеть девушка, и с женской стороны, с мужской стороны, они вообще разные. Мы иногда думаем совсем не так, как думают мужчины, естественно, совершаем ошибки. Девушка в идеале должна выглядеть натурально. Она должна быть румяной, здоровой. Одежда, в первую очередь, должна подчеркивать ее достоинство, ее фигуры. Прическа должна быть естественной, красивой, натурального цвета волос. И именно этот образ такой нежной принцессы и нравится мужчинам. Баланс между свободным и облегающим. Вещи по фигуре. Одежда должна скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Аккуратный маникюр и неяркий макияж. Прическа должна быть практичной, чтобы укладку достаточно было поправить рукой. И даже монобровь бывает к лицу, если удачно все совмещать. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня.